В гимназии номер 16 городского округа Люберцы проходит благотворительная акция «Коробка храбрости». В течение недели в общеобразовательном учреждении собирают игрушки и канцелярские товары для детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Собранные подарки педагоги гимназии передают сотрудникам Дворца детского юношеского творчества. А они, в свою очередь, отвозят их пациентам Московского областного онкодиспансера, который находится в Балашихе. Дети лежат в больнице, возможно, у них нет надежды на будущую жизнь или тому подобное, но каждый раз, когда мы им приносим эти игрушки, мы им даем, так скажем, возможность и надежду на будущее, то, что они выздоровеют, то, что они будут ходить в школу, как мы, то, что они будут жить, как мы.